late ceremony. Посетители и организаторы выставки, позвольте мне прежде всего поблагодарить и Loft, и Петербург, и всех тех людей, которые содействовали и содействуют проведению этой выставки. У нас в этом году в Петербурге довольно широкая культурная программа. Мы хотим показать вам то, что лучшее в разных сферах финской культуры. Это касается и фотожурналистики. Я очень надеюсь, что найдете что-то интересное в этой выставке. Спасибо. Спасибо большое. Еще раз хочется сказать, что выставка представлена в программе «Празднование 200-летия